Так, друзья, всем привет. Вот, решил немного показать новую породу. Я обещал, что покажу. Вот, может, кто-то знает, какая это порода. Если знаете, поставьте там на паузу и пишите, потом посмотрите, угадали или не угадали. Вот такие симпатичные голуби. Сейчас и братика принесу, покажу. Вот это два брата, одногнездки. И белый, и такой рябенький. Вот. Это, друзья, у нас таджикская птица. Душамбинский, как многие тоже называют. Очень мне понравились они. У друга из Германии я их привез. Вот, в крови у них вот есть дед или прадед, вот он рябый. Поэтому вот, видите, белые они как бы все у меня в основном. Ну, дали и вот такого рябого. Сейчас опять есть птенцы, они чисто белые. Вот, очень мне понравились они. Скорость при вытягивании столбов. Очень длинные столбы. Идут там до 20 метров, может и больше. Поэтому решил чуть-чуть обновлить птицу, взять что-то получше, поинтересней. Каждый год работаем. Вот. Такой. Ну, он перелиняет будет, еще светлей будет или темней. Посмотрим, в какую сторону он пойдет. Ну, главное, лед. Через недельку, я думаю, они будут у меня уже на лете. Покажу вам, что это за птица, потому что у нас в Молдавии, я не знаю, если есть у кого-то такие, не встречал никогда. Встречал турков без треска. Думаю, что-то они имеют с этими, потому что эти тоже без треска. Ну, длина столбов очень мне понравилась. Ну и они как бы по фигуре тоже аккуратные. После линки я даже хочу или могу показать сейчас родителей. Вот это родители. Давайте поближе покажу. Вот они родители. Опять у них птенцов. Вот такие. Такие. Поэтому на личном опыте будем гонять, посмотреть, буду рассказывать, ну и показать особо. Поэтому лучше один раз показывать, чем 100 раз говорить. Вот, я думаю, этот будет самец, самочка. Посмотрим. Будет что гонять. Будем гонять с бакинцами. Они летают даже лучше иногда. Уходят в покрытие, там, в точку. Иногда даже нету потолка. Ну, как-то так, друзья. Уже скоро покажу в полете. Поэтому будьте на связи. Увидимся скоро.